Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Yes. Please accept our obeisances. Okay, can we begin? Yes, Guru Maharaj, please. We may begin. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devim Saratantim Vyasam Tato Jayam Mudirayat. Nasta prayeshva badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistiki. So we're reading Srimad Bhagavatam, canto 2, text number, chapter 2. Canto 2, chapter 2, text number 33. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 2, текст 33. Наято нясива панта вишата самсмита виха васудеве бхагавати бхакти йога ято бхават. Наято ньяя сива панта вишата самшритар иха самсмита виха васудеве бхагавати бхакти його ято бхават. Okay. Guru Maharaj, word by word meaning or translation of the text? You should do the word by word meaning. I have to go and get my charger because I see my phone is weak. I need to charge it. So let me see where I can go to get charged. Yeah, well, I hope so. На никогда. Хи, несомненно. Ата, выше этого. Аня, какой-то иной. Шива, благодатный. Панта, путь. Вишата, для скитающегося. Самсмрито, в материальном мире. Иха, в этой жизни. Васудеве, Господу Васудеве, Кришне, Бхагавати, личности Бога, Бхакти-йога, непосредственное преданное служение, Ята, где, Бавет, достигается. Перевод. Now I read the translation, Guru Maharaj, and purport. Перевод. Для тех, кто блуждает в материальной вселенной, нет лучшего метода освобождения, чем преданное служение Господу Кришне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как будет объяснено в следующем стихе, преданное служение, то есть прямой путь бхакти-йоги, единственный абсолютный и совершенный метод, позволяющий выпутаться из сетей материального бытия. Существует много окольных путей освобождения, но бхакти-йога по сравнению с ними – самый верный и легкий. Гьяна, йога и смежные с ними методы сами по себе не способны принести освобождение. После многих лет практики они позволяют человеку достичь ступени бхакти-йоги. В Бхагавадгите 12.5 говорится, что те, кто привязан к безличному аспекту Абсолюта, идут к своей цели тернистым путем.
Философам-эмпирикам нужно прожить много жизней, посвященных поискам абсолютной истины, прежде чем они поймут, как важно осознать то, что Васудева есть все. Бхагавадгита 7.19. Что же касается различных систем йоги, то в Бхагавадгите 6.47 утверждается, что величайшим из всех мистиков, ищущих абсолютную истину, является тот, кто всегда занят служением Господу. В последнем наставлении Бхагавадгиты 18.66 Кришна тоже советует полностью предаться Господу, отбросив прочие занятия и методы самосознания и освобождения из оков материального рабства. Цель всех ведических писаний – побудить человека к трансцендентному любовному служению Господу. В Шримад-Бхагаватам первой песни уже говорилось, что высшая форма религии – это прямой путь бхакти-йоги или те пути, которые ведут к бхакти-йоге, лишенные малейшей примеси кармической деятельности. Все остальное не заслуживает того, чтобы тратить на него время. Шрила Шридхара с вами и другие ачари, в частности Джива Госвами, единодушны в том, что практика бхакти-йоги не только легка, доступна, соответствует нашей природе и не доставляет беспокойств, но и является единственным источником счастья для человека. Шрила Прабхупада ки джай. Okay. Om Magyana Timurandasya Yananjana Chalakaya Chakshurin Militanjena Tasmai Shri Gurude Namaha Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so we're hearing Sukadeva Goswami present teachings to Maharaj Parikshit. He wants to impress upon him the importance of Bhakti Yoga. Здесь мы видим, как Шукадева Госвами представляет Махараджу Парикшиту процесс. Он хочет впечатлить его важностью бхакти-йоги. And in the verse it mentions that the most auspicious means to deliver a person from material life is by engaging them in devotional service to Krishna. Самый благоприятный метод, который позволяет человеку освободиться, это бхакти-йога или преданное служение Господу Кришне. Devotional service is described as being the direct method of approaching Lord Krishna. Преданное служение является непосредственным методом приближения или достижения Господа Кришны. Direct. Just like if we want to put our finger on our nose. You know, you can take your finger and put your finger directly on your nose. Or you can put your hand over your head and round the face and then come to your nose. You know, that's the indirect method. Прямой метод – это, как, например, способ дотронуться кончиком пальца до носа. Можно прямо дотронуться кончиком пальца до носа, как сейчас, либо можно вывернуть руку и не прямо это сделать. Но это будет окольный метод. So we understand Bhakti Yoga is the direct method of approaching Krishna. Вот. Так мы можем понять, что бхакти-йога – это прямой метод достижения Господа Кришны. It's practical and it's easy. Этот метод практичен и легок. We could, of course, approach Krishna like the yogis. Now the yogis, they approach Krishna
by meditating on the super soul. Можно, конечно, пытаться достичь Кришны так, как это делают йоги. Йоги идут путем медитации на сверхдушу. And the super soul is an expansion of Krishna. Сверхдуша – это экспансия или проявление Господа Кришны. In the 10th chapter of the Bhagavad Gita, the super soul is described as being a tiny fraction of the Supreme Lord. В 10 главе Бхагавадгиты сверхдуша описывается как крошечное проявление Верховного Господа Кришны. Then you have people like the Mayavadis or the impersonalists, the Jnanis. They're approaching Krishna also indirectly. They're approaching him through his energy. Есть путь, которым следуют майвади, гьяни, имперсоналисты. Этот путь не прямой. Они пытаются достичь Господа через его энергию. So they also go to a lot of trouble to come to understand the absolute truth. И на этом пути очень много трудностей, прежде чем удастся прийти к пониманию абсолютной истины. We know from the Bhagavad Gita that when Lord Krishna was talking about knowledge, he said, you make advancement very slowly by knowledge. Из Бхагавадгиты мы узнаем от самого Господа Кришны, что тот, кто идет путем развития знания, двигается очень медленно. make advancement very slowly. In the Bhagavad Gita, Krishna says, after many births and deaths, one who is actually in knowledge will surrender to me. В Бхагавадгите Кришна говорит, что путь через знания, он очень долгий. Тот, Кришна говорит, после многих и многих рождений, тот, кто действительно обрел знания, предается мне. And such a soul is very rare. Но редко встречается такая великая душа. So they come to Krishna, but they take a long time because they're coming through the indirect process. Они приходят к Кришне, но это занимает очень большое время, поскольку путь не прямой. But if you take the direct process, then it's very quick. Но если мы воспользуемся прямым процессом, то это будет очень быстро. Just like if you want to go to the top floor of the building, you take the lift up to the top. But if you walk up the stairs, it takes a long time. Если вы захотите подняться на верхний этаж какого-то высокого здания, то быстрый метод – это подняться на лифте. Если же вы будете идти по лестнице, то это будет очень долго. You can walk up. It takes a lot of energy. Very, sometimes you get stopped, you get obstacles on the way up. But if you go on the lift, it's very direct. По лестнице вам надо идти, тратить много энергии. Потом останавливаться, там будут какие-то препятствия, возможно. Но лифт просто поднимает вас быстро и сразу наверх. So, Lord Krishna is here, Sukadeva Goswami is encouraging the direct method. Поэтому Шукадева Госвами, так же, как и Господь Кришна, упоминает прямой метод. Direct method, directly pointing out Krishna as the absolute truth and hearing about Krishna, hearing about his form,
and his qualities and his pastime. Прямой метод. Прямой метод заключается в осознании того, что Кришна – абсолютная истина, и слушании о Кришне, о его форме, качествах и играх. Hare Hare Bhagavan. Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. What happened? You disappeared from Zoom. We are waiting you now. Okay. I don't know what happened. I thought you disappeared. No, Guru Maharaj, no. All devotees who gathered here, we just you disappeared and no more. All right. So we're describing Sukadeva Goswami. It's encouraging the direct approach to understand the absolute truth. Итак, Шукадева Госвами вдохновляет Махараджу Парикшита принять прямой метод, который состоит в осознании Господа как абсолютной истины. Direct approach means in hearing about Krishna, the person. Прямой метод приближения к Кришне – это слушать о Господе Кришне как о личности. Hearing about his form and his qualities and his pastime. Слушать о его форме, о его качествах, о его играх. Direct approach means to means we're not interested in just simply the energy, but we're interested in the person. Прямой метод приближения к Кришне – это когда мы интересуемся не энергиями Кришны, а самой личностью Кришны, его самого как личность. Of course, there are many other processes by which people try to understand the absolute truth. Конечно же, есть много разных других способов, через которые люди пытаются познать абсолютную истину. Some people don't like to recognize that the absolute truth is a person. Некоторые из таких людей отказываются признавать абсолютную истину личностью. They think if God, if the absolute truth is a person, then they're also the absolute truth. They think that they're also God. Другие могут признать абсолютную истину личности, но при этом они самих себя также считают Богом. But the basic principle of bhakti yoga is to recognize that there's one supreme God and all others are his servants. Но основной принцип бхакти-йоги заключается в том, чтобы признать только одну абсолютную истину – это Верховная Личность Бога, а все остальные – его слуги. So people, of course, they think that chanting the names of the Lord and reading his book, like the Bhagavad Gita, they think that that is a waste of time. They do not know the real use of time. В
Некоторые люди считают повторение святых имен Бога, чтение книг, как Бхагавадгиты, пустой тратой времени, хотя на самом деле как раз такая деятельность и есть правильное использование времени. So that time itself is one of the manifestations of Lord Krishna. Time is also Krishna. Поскольку время само по себе является проявлением Верховного Господа Кришны, это сам Кришна. But it's his indirect form. It's not his ultimate. It's not his ultimate managerial form. It's simply one of his forms. Ну, это не его не непосредственная форма, одна из функциональных проявлений. But bhakti yoga is how approaching Krishna direct. А бхакти йога приближает нас непосредственно к самому Кришне. And Lord Krishna himself declares that those who are engaged in his devotional service, then they're very dear to him. А сам Господь Кришна провозглашает, что тот, кто занят преданным служением, очень дорог мне. Krishna doesn't say the jnani is very dear to him. He doesn't say the karmi yogi is very dear to him. He says the devotee is very dear to him. А Кришна нигде не говорит, что гьяни, а карми или йоги дороги ему. Он говорит, мои преданные очень дороги мне. So we're trying to get people to understand how they can approach Krishna immediately, directly, without any qualification. Так же и мы пытаемся помочь другим людям прийти к пониманию, что они могут немедленно приблизиться к Кришне без какой-либо квалификации. Okay, there are some questions on this verse. Будут ли какие-то вопросы по поводу этого стиха? Маджива Чишачи, у вас вопрос? Ага, у меня вопрос. Это вообще вопрос с одной преданной из сафари. Она там не успела его задать, но тоже эта тема немножко затрагивалась сегодня. Примите, пожалуйста, поклоны, дорогие преданные, Гуру Махарадж. Такой. Мы развиваем смирение по милости Кришны, преданных или духовного учителя, или же мы его развиваем только благодаря своим собственным усилиям? Харе Кришна, Джай Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances, for glory to Srila Prabhupada. The question is, do we develop humility by the mercy of Krishna or the mercy of devotees, spiritual master, or do we develop humility through our own efforts only? Well, your own effort is certainly required, but if you can also get the mercy of your spiritual master, it will be very good to help you be humble. Разумеется, в этом, разумеется, здесь требуются наши усилия, но если мы будем понимать, что это также и милость духовного учителя, то это сделает нас более смиренными. The more a person becomes advanced in Krishna consciousness, the more humble they will become, because they realize how insignificant they are. Чем больше преданный продвигается на пути сознания Кришны, тем более смиренным он становится, поскольку глубже осознает, насколько незначительным он является.
The pillar of pride. Pride is coming because we think we are so good, we're so important. Therefore, we won't even offer our respect to the person. Yeah? Guru Maharaj, I cannot understand about pillar. Well, I was saying pillars are there in Krishna consciousness to support the devotee, that they will be strict and they will hold on to the regulative principles. They will not compromise. Гордость берется из осознания того, что я очень важный и требую после этого почтения к себе. Осознание собственной важности заставляет требовать почтения к себе. Преданный должен крепко стоять на основах регулирующих принципов и следовать им без компромиссов. Pride is our ignorance. Pride is one of the, the main qualities of a demonic person. Гордость рождается в результате невежества. К тому же это одно из главных качеств демонических натур. So to overcome pride is very important in Krishna consciousness. And we overcome pride by being humble, by offering respect to others. Очень важно научиться преодолевать гордость в сознании Кришны. И мы преодолеваем ее, выражая почтение каждому, становясь смиренными таким образом. So, pride is due to ignorance, identification with the material body, identifying with temporary assets, something which we may possess, which is certainly temporary material, but because we possess something, we become proud of it. Гордость рождается из неведения. Мы считаем, что мы чем-то обладаем, что у нас есть какая-то собственность, что-то в этом материальном мире, но на самом деле нам ничего не принадлежит. So pride is another intoxication, and devotees are supposed to avoid all intoxication. Гордость подобна интоксикации. Преданный же избегает любого вида интоксикации. Да. Yes. Это понятно? Thank you very much, dear Guru Maharaj. Hare Krishna. Следующий вопрос. Маджи Хладини, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите поклон. Спасибо за лекцию. Вот я хотела уточнить. Получается, сегодня сказали, что прямой путь слушать, да, познавать Кришну как истину и слушать. А вот когда мы другими видами служения занимаемся, это получается не прямой путь? Или почему вот именно слушание? Спасибо. The question from Ajay Hladini. Hare Krishna, Guru Maharaj, thank you for a class. My question regarding methods of devotional service. You mentioned in class today that direct method is recognizing Krishna as the absolute truth and hearing about his former qualities and pastimes. And what about other methods of devotional service? If we render other methods, it's not direct method, or why we
stress point stressed particularly hearing. Why we stress? What? Why we you said today only about hearing about Krishna. You said that direct met is hearing about Krishna, about his pastimes, forms and qualities. And what about other methods of devotional service? If we render other methods, for example, maybe yes, but worshiping hearing has or... to be first. Hearing is the first thing. Without hearing, you can't do anything else. Hearing is the very first Lama Bhakti. Слушание всегда сопровождает преданное служение. Оно идет самым первым, потому что без слушания Кришны вы не сможете совершать никакие другие процессы преданного служения. Yeah, if you don't hear properly, then you're going to have problems. Матаджи Татьяна Чидайкина, у вас включен микрофон, выключите, пожалуйста. Спасибо большое. Somebody switch on mic, Guru Maharaj. Итак, без... one devotee switch on the mic, we asked him to switch off. Итак, преданное служение начинается со слушания. Мы не можем ничего другого делать, если мы не слушаем. Yes, Guru Maharaj, I translate last sentence. So, where were we? What was the question? Question about hearing. And you said that without hearing about not render other hearing is the methods. first stage of bhakti. Слушание это самый первый этап бхакти. None of the other limbs of bhakti can be done without first hearing. Никакие другие аспекты преднаслужения не могут совершаться без слушания. Next question, Ramesh. Yeah. Next question from Bhakta Konstantin Prabhu. Konstantin Prabhu, пожалуйста, ваш вопрос. Hare Krishna, преданные, Hare Krishna, Hare Krishna, Махарадж, принесенные поклоны. У меня есть несколько вопросов. Вас практически не слышно, что с микрофоном, Константин Прабху. Звука почти Hare Krishna. Нет. Идеально. Продолжайте. Примите мои поклоны, Hare Krishna, Махарадж. У меня есть несколько вопросов. Первый вопрос, получается, я хотел бы улучшить свою джапу-медитацию, и вот ну, такой вопрос возник, возникает часто. Получается, должен ли я пытаться во время медитации пытаться вложить чувства в этот процесс, или мне нужно стараться внимательнее читать, потому что у меня не всегда получается вложить какое-то настроение, какие-то эмоции. Вот, и если я буду внимательно стараться читать, оно само возникнет или нет, это настроение? Так, я первый вопрос переведу потом. Бхакта Константин has several questions. First question is, Guru Maharaj, I want to improve my japa meditation. And my question, should I... put some feelings in my chanting of holy name, or I should just hear holy names and try to concentrate my mind on it? Yes, you have to hear the holy name. You have to concentrate your mind on it. And you have to... Нужно. You have to put your full energy into hearing. Нужно концентрировать свой ум, нужно стараться слушать и всю энергию использовать на то, чтобы слушать Святое Имя. As we said, hearing is the first step. You can't do anything without first hearing. You have to hear from the right source.
Мы только что говорили о том, что слушание – это самый первый этап в преданном служении, без него никуда. Поэтому нужно все силы бросить на то, чтобы слушать из правильного источника. Окей. Okay. Это понятно? Да. Господин Прабху. Да. Следующий вопрос. И следующий вопрос, получается, во время санкиртаны, когда я распространяю книги, часто бывает такое, то, что меня окутывает некий страх, то, что люди могут быть настроены против меня. Вот, и в таких моментах, как бы, ну, мне кажется, что я начинаю обуславливаться и не могу предаться, и, получается, говорю, получается, о сознании Кришны на уровне информации, также, получается, не делясь какими-то своими собственными реализациями, а просто много информации говорю человеку, из-за этого как бы я вижу, что люди, они как бы слушают, но они как бы не могут много чего понять, и мне кажется, что я недостаточно предаюсь в эти моменты, вот, ну, вопрос, как бы мне можно было сильнее предаться, чтобы не от своего ума, собственно, говорить, а чтобы действовать как инструмент. Next question from Konstantin Prabhu. During book distribution, when I distribute books outside, sometimes I feel fear that people don't like me. And at that moment, I just say them many information, but not say them some understanding, some realization. I just say them more information, more some theoretical knowledge, and I see they hear me, but not maybe realize, because I'm not realized. So my question is, а вопрос какой, Константин Прабу? Как мне что? Как мне предаться, ну, так, чтобы, получается, я не чувствовал вот этого состояния во время проповеди, что я как будто бы действующий в этот момент, и то, что я навязываю, как будто бы ощущение становится, что я навязал людям, и они из-за этого книгу взяли. Mm-hmm. So my question is, how can I stay instrument in the of Lord Krishna and not stay on level of my mind? That I am active. May say to them, I want to people feel that this knowledge is can change them. Well, you have to be patient to be able to do that. Yes, the knowledge can change them, but you know, are they ready to change? Not everyone is ready to change. Нужно просто проявить немного чуть больше терпения. Чтобы людей это знание поменяло, они должны быть готовы к этим изменениям. У них должна появиться эта готовность меняться. Because you're a new devotee, you know, you feel a little afraid when you meet people and when you preach to them. You don't feel so confident yet. So you have to become more familiar with the Shastras and more able to deal with their questions. Поскольку вы новичок еще, то, конечно, у вас присутствует естественный страх перед людьми, и вы не чувствуете вот этой вот уверенности в общении с людьми. Поэтому нужно чуть углубиться в изучение Шастр, чтобы быть способным уверенно отвечать на вопросы. Yeah, you have to study the scriptures more and develop your confidence to be able to answer any question.
Нужно постараться больше изучать шастры и иметь и стать квалифицированным, разобраться глубже в сути предмета, чтобы уметь отвечать на вопросы. Хари Кришна, спасибо большое. That's why I'm saying it's important for you to get good association, and really you should go with a senior devotee when you go preaching. You should go with another devotee, a senior man, and then you can hear how they preach, and you'll become inspired from good association. Для того, чтобы также для того, чтобы отвечать квалифицированно и иметь эту уверенность, необходимо получить ее из правильного источника. Поэтому очень хорошо ходить на проповедь с кем-то из старших преданных, чтобы слушать, как другие опытные преданные проповедуют, как они отвечают на вопросы. Это может вдохновить вас также. Окей. Это понятно? Да, все понятно. Спасибо. Yes, I understood. Thank you. Так, следующий вопрос. У нас в чате. Спасибо за класс. Бхакти-йога — это не Абилаш, это ничем не оскверненное, чистое преданное служение, деятельность без какой-либо корысти. Относится ли сюда карма-йога или нет? Смешанное преданное служение. Риторический вопрос, ну да ладно. The next question from Nitai Patni. Your Holiness, thank you for class. Please accept my obeisances. We know that Bhakti-yoga is Anyabhilashita, unalloyed, pure devotional service, activity without any dirty. The question is, can we say the same about karma yoga? Or karma yoga, it is not pure devotional service? Yes, karma yoga is well, it can be impersonal. People who do karma yoga are not necessarily devotees. They can be impersonalists, and their goal can be simply to get impersonal liberation. So they get liberation through karma yoga, Guru Maharaj? Yes. Mm-hmm. Да, карма йогой могут заниматься непреданные, например, имперсоналисты могут заниматься карма йогой и достигать имперсонального освобождения. And there are different levels of karma yoga. There's niskam karma yoga and sakam karma yoga. So Niskam Karma Yoga, that's advanced, that's high. But so Sakam Karma Yoga is with a lot of attachment. Также существует два вида карма-йоги. Есть Нишкама Карма-йога и Сакама Карма-йога. Нишкама Карма-йога более высокий уровень, там отсутствует какие-то привязанности. А сакама карма йога — это путь, в котором присутствуют привязанности определенные. So karma yoga can be very mixed stuff, you know. A lot of mayavadi, a lot of impersonalism can be there in it.
Поэтому карма-йога – это все-таки путь с примесями. Различные майвади, различные те, кто ее совершают таким образом. Next question, Guru Maharaj. Yeah. Маджи Карпура Манджари, ваш вопрос, пожалуйста. Константин Прабу, у вас рука поднята. Или это следующий вопрос, или опустите, пожалуйста, если не актуально. Мои поклоны, примите, пожалуйста, большое спасибо за лекцию, Махарадж. Здесь в нектаре преданности Шрила Прабхупада пишет, пока человек не достигнет уровня гьяни, мудреца, он не сможет оставаться принципом поклонения Верховного Господа. А в данном комментарии говорится, вот, который сегодня читали, что гьяна, йога не способны принести освобождение. Не, то есть они безрезультатны, я так понимаю. Вот как понять вот это противоречие? Понятен мой вопрос? Единственное, что, Маджика, мне надо будет сейчас, я вам скажу, в какой момент, еще раз цитату из «Нектара приносить». Я сейчас посмотрю насчет гьяни-йоги. Там говорится, гьяна-йога что не дает? Гьяна-йога не дает... А, гьяна-йога, вижу, не способна принести освобождение. Угу. Да. А тут говорится, окей, что пока не достигнет уровня гьяни, он не сможет оставаться верным принципу, принципам поклонения Господу. Пока кто не достигнет в нектаре преданности? Ну, пока человек не достигнет уровня гьяны, гьяни, мудреца. Уровня гьяны. Ага. Спасибо. Он не способен. Способен оставаться принципом поклонения Господу. Он не способен оставаться верным. Да, он не сможет утвердиться, имеет в виду Прабхупада. Угу. На пути поклонения Господу. Да. Угу. Это нектар преданности. The question from Mataji Karpura Manjari. I wrote, she said, in Nectar of Devotional. Before transcendentalist achieve Gyani, level of Gyani, such person not able to be steady in worshiping to the Lord. She wrote in Nectar of Devotion. But in the verse of Srimad Bhagavatam, I mean today verse, in today class, in purport, Srila Prabhupada said that Gyana Yoga and other methods not able to give liberation. So Mataji see some contradiction into quotation. Hare Krishna, Guru Maharaj, can you hear me? Yeah. Yeah, I can hear you. Should I repeat the question? Yeah. Mataji Karpura Manjari asked, she wrote in Nectar of Devotion, before transcendentalist achieve a level of Gyana, this person not able to be steady in worshiping to the Lord. And in the same time, in today purport, Srila Prabhupada said, Gyana, yoga, and other methods like this, not able to give liberation. So she saw some contradiction in
do this quotation. Jhana and yoga, not able to give liberation. Yes, today in purport, Srila Prabhupada says. Yeah, but what does she say? And in the same time, in nectar of devotion, Srila Prabhupada said that transcendental list should achieve jnana level, a level of jnani. Only from this level. Well, jnana becomes perfect when they surrender to Krishna, but that's very rare. And it's difficult for the jnanis to get liberation. We know from the 12th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna says that it's all a lot of trouble. It's very difficult for them. Через метод гьяни можно достичь, через метод гьяны можно достичь Кришны, но это сделать очень трудно. Это очень редкий результат, поэтому в 12 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что они встречаются с многими препятствиями на пути. So for the gyani, their goal is liberation. But they can achieve that only after many births and deaths. Для многих гьяни освобождение является целью, но они достичь его могут после многих-многих рождений. They're not going to be able to get liberation very easily. It's a very big struggle for them. В любом случае, эта цель для них так легко не достигается, им приходится очень много совершать усилий в борьбе за это. But that's their goal. That's what they want. Liberation. Но это то, чего они хотят, это их цель. Okay. Вот я могу так ответить. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы, Вайшнавы? Харе Кришна, у меня еще один вопрос. Опять вас плохо слышат, Константин Прабху. Ага, сейчас. Идеально. Так, вопрос получается. Я недавно президенту храма Чинтичути Прабу спрашивал по поводу, возможно, ну, можно ли брахмачари вашими слушать Киртан Матаджи. Ну, что он мне ответил, что да, это не запрещается, что Шрила Прабхупада говорил, что ну, мы можем слушать Киртан Матаджи и их пение. Если у нас возникает какое-то вожделение, то это якобы наши проблемы. А вот изучая, получается, книгу Брахмачарья «В сознании Кришны Бхакти Викаша с вами», он здесь, получается, говорит, что так, мы никогда не должны вступать с женщиной в споры, не смотреть на танцующих женщин и не слушать их пения. Вот, и у меня вот вопрос, ну, как я должен правильно поступать здесь? The question from Konstantin Prabhu. Recently, I asked our temple president, may I hear ladies' kirtan? And temple president said me, there is no harm because Srila Prabhupada not forbid for us the hearing of kirtan Vaishnavis. And in the same time, I wrote in Bhakti Vikasha Swami's book, Brahmacharya in Krishna Consciousness, that we should not argue with ladies, with Mataji's, see on dancing ladies and also hear these singing. So my question is, how should I proper behave, particular this subject matter?
Guru Maharaj, your mic is switched off. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, can you hear me now? Yes, now. Now is okay, yes. Okay, I want to know what the temple said when you asked them if you could hear ladies' kirtan. Temple president said that Srila Prabhupada personally not forbid this. It's not forbidden. For example, Srila Prabhupada stated the singing of Yamuna Dasi in Diti Darshan. Okay. So temple president said there is no harm if we hear Vaishnavi kirtans. But in the same time, Konstantin Prabhu read in Bhakti Vikasha Swami's book Brahmacharya in Krishna Consciousness that Brahmachari should not or must not argue with ladies seeing or dancing Matajis and don't hear this singing. Therefore, Konstantin asked about what is your opinion? In the Chaitanya Charitamrita, it describes how Lord Chaitanya heard a woman singing. And Lord Chaitanya heard a woman singing, and he became attracted. He was running towards it, and his servant Govinda grabbed him. And then he told him, this is a woman singing. And Lord Chaitanya said, oh, I'm very grateful to you. You've saved my life. В Чайтанья Чаритамрите описывается момент, когда Господь Чайтанья слушал пение Вайшнави, киртаны, и Говинда увел их оттуда, сказал, что это же поют леди, женщины, матаджи. И Господь Чайтанья сказал, ты спас мою жизнь. So Prabhupada mentions here that sannyasi shouldn't hear women sing. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что саньяси не должны слушать пение женщин. So Bhaktivikas Swami is pointing out, if you're a strict brahmachari, then you won't want to hear women singing. Поэтому Бхактивикаша Свами в книге подчеркивает, что если вы прям строго следуете брамачари, то вам не следует слушать пение женщин. You can hear Prabhupada singing. There are many recordings. Можно слушать пение Прабхупады, много записей. But you hear a woman sing because we are conditioned souls. You hear a woman sing and then you think about the woman, you think what she looks like. In this way, the mind becomes polluted. Поскольку мы обусловлены души и слушая киртаны женщин, мы можем думать, как она выглядит и как-то связывать свои мысли с этой темой, и таким образом будет загрязняться. Okay. Вот так. All right. Thank you. Thank you. Translation. Thank you. So, Guru Maharaj, quick question. It's my question in this topic. What do you think? Why Srila Prabhupada nevertheless stated the Govinda Bhadi Purusham in Yamuna's singing in Eskon? Well, as it's a only rule. For 3 minutes. Okay. But if you sit Thank and you. Listen to a woman for an hour or two, then it's a whole different thing. But for 3 minutes every day when you're greeting the deities, no harm. Mm-hmm. Mm-hmm.
And also now more and more Vaishnavis take part in singing kirtan. I mean, on kirtan mela in Mayapur, more and more Matajis involve and take part it's in nice, singing it's kirtan. Nice for the Matajis, yeah. Ah, I see. Mm-hmm. Mm-hmm. Я спросил Гуру Махараджа, а что по поводу того, что Шрила Прабхупада поставил ну, Киртан Ямуны, вот этот вот Говинда Мадипурушам, Гуру Махарадж говорит, это всего 3 минуты во время приветствия бежайств и все. Потом я спросил сейчас во время Киртан Мэла, разно чаще Матаджи все больше и больше принимает участие. И Гуру Махарадж говорит, ну, это хорошо для Матаджи, для них это благо. Thank you, Гуру Махарадж. There is no more questions. Okay. Thank you for your time you. For us. Prabhupada ki jai. 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 Happy Ramanavami Guru Maharaj. Jai. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna, большое спасибо. Бхакти Даринаша Варасимха Махарадж ки jai. Jai. Вайшнава, хотел немножечко попросить вас, если у вас вдруг вы хотите в вопросе использовать какую-то цитату из книг Прабхупады, пожалуйста, ну, если это какой-то Бхагаватам текст, то, ну, подготовьте заранее, посмотрите заранее, если есть возможность, это очень важно, чтобы был, ну, индекс стиха. А если это какая-то книга, где нет такого, например, «Нектар преданности» или «Нектар наставлений», хотя бы какая глава, где это находится? Объясню почему, потому что английский вариант – он отличается от русского редактированного перевода. И когда мне говорят в переводе английский, ну, русский вариант, то когда я перевожу Гуру Махараджу, это может, мягко скажем, отличаться от того, что написано. И у Гуру Махараджа ассоциации вот это не возникнет. Еще когда мы сегодняшний текст смотрим в комментарии, я еще могу найти английский вариант быстро. А «Нектар преданности», «Нектар наставлений» или какие-то другие книги, где нет индексов, мне приходится переводить своими словами, и это далеко от оригинала. Ну, имеется в виду, это не те же слова. А так я могу цитату найти. И цитата, так как ее Прабхупада записал, она более конкретна, потому что когда я перевожу, может какие-то акценты сместиться. Поэтому очень важно, вот, ну, такой маленький, маленькая просьба. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Ага, спасибо. Да, это чтобы просто было лучше Махараджу понятно вот это. Потому что мне показалось, Маджикар Пуманджай, что не до конца я смог Гуру Махараджу донести вопрос ваш именно вот в связи с этим. Я не, немного не нашел. У меня не было цитаты под рукой. Все. Спасибо всем. Вайшнава Вринда Кичая. Всем, всем счастливого Рамановни Хари Кришна. Hare Krishna, спасибо. Спасибо большое, Дхарана Прабху, за перевод. Примите нас смиренные поклоны. Счастливого Шри Прабхупаде.